знаю, на меня стоит, а вас не знаю, где там ходит. А ты отдельно. Так, тут все отдохнули, короче, дальше не двигаемся. Прекрати движение. Окружен забором, да? Хз, скорее всего. Да, вижу по карте. Ровно юг, там, если приглядеться между кусиками, видно забор триггера. И там где-то дырка должна быть перед нами. Нет там. На юг движется. Я на юг. Я просто юг, юг, юг-запад, вот так вот двигаемся. Тут уже видно. Вообще сказал северо-запад, а юг-восток. Ну в смысле, когда говорят юг-юг-запад, нужен больше юг, чем юго-запад. Так, типа, ну последние данные. Хватит, чем мозги сломаете. А этот забор, это их не разве? Поход. Да. Хотя да. Вряд ли. Это что за юг? Нет, это забор, ты приглядеться, там есть забор вокруг, видишь? Смотри, где вас стоит. А это не забор стрельбище? Не, это забор стрельбище еще, да. Ну, в смысле, там это их, забор. Это их, это их. Это их забор. Это их. А, ну забор. Да, да, северный там, да, это заборчик. Погнали. Машину заметил. Краб прям как ты. Саша, чего? Как дела? Нормально дела, двигаемся на север. На своей метке в данный момент. Время без клика. Перебежали через дорогу. Я еще не перебежал так метку. И вот так Азда, вот именно так Аздоник выживает. Посылает всех вперед, а сам остается туда. Сам стоит. Да-да-да, смотрит, откуда стреляет. Началось. Хитренький. Неправда, я вот всегда впереди колонны рвался. Давайте восточнее зайдем, там хоть побольше. В пятницу он впереди всей колонны рвал, потому что.
И как? Загорел. Выжил. Да, только есть. Не-не, я тогда не рвался, причем. Я тогда умер-то с фоксами, типа, сука. Вчера, когда мы сажались в ферму. Да-да. Причем, умер, когда я обратно шел. Наша, блин, даже там бы зеркало запустил. Кто сколько весит? Так, кто за... Я под забор. Ладно, почти. Я бегу вдоль меня... забора на сторону запада, там где-то дырка должна быть в заборе. Здесь хотя бы пока. Чё мы должны сделать там на заборе? Смотри, в зоне. А. Захватить. И вынести всех, короче. Я по металлам их отдохнул. Нашел дырку, от вас дырка в заборе на 240. Нашел подпиток. А Зонька, ты куда? Да не туда, куда пошел. Туда вот. Может, это сплошное минное поле? Какой-нибудь кушать сачки. А, на дофине уже будет что-то мать. Вероятно, нет. Потому что это какой-то больше полигон, чем зона. Ты, скорее всего, вышел к стрельбищу, там левее должна быть зона, не? Ну вот, видишь, метка вот, то есть я вот буквально прям по своей метке. Ну, молодец, ну смотри вокруг, лево-право. Ну, я смотрю, сынок. Да. Давай сейчас расходим. Стенка двухэтажная, вход только с дороги у меня. Хотя бы нифига еще не отдохнул, ну ладно. А, давай. Значит, хотя бы над зоной займем позиции. То есть мы не там, где надо? Мы там, не, мы там. Только в эту зону еще зайти надо. Лягай. Слишком много укреплений. Внутри зоны. Все, пока ждите, никто не шлемует, даже когда все отдохнут. А, ну мы западнее от зоны, все. Метка прям на нас, Паш. А, все, все. Один-один. Мы северный, ровно. Ну, зоны только два входа и два выхода. Не, Паш, прям перед зоной. У вас, Доник, у вас чисто? Рыль. Ух ты, забор какой хороший. О, тут укреплений просто же. Ну их тут два забора. Один маленький и потом с двух сам. Как думаешь, эти бетонные валят? Вроде это. Я лучше не думаю. Мне кажется, что вообще лазить не надо, потому что мне сейчас кажется, что ты заминировал. Где-то. Ты уже пошел ко входу, стоп! Ай-яй-яй-яй-яй, я просто. Притормози. Сейчас к дереву подойду и лягу. Там мины могут быть. Да я ж вот тоже об этом. С расстояния смотреть надо, чтобы травы не было.
Просто странно то, что там никого нету внутри. Да зашкелились просто. О, Толу 4. Класс. На юг. Давайте штурм, пацаны. Бля, я подбегаю с другой стороны. Устал. Ну шо ж ты молчишь? Ну вот, медленно если есть. Я не знаю, что это, но оно очень стрёмно. Это немецкая фигня. Ой, блядь, он меня стреляет. ПЗ-то стреляет. Где-то снайпер с другой стороны. Ты меня подожди? Я с другой... С другой стороны идём? С другой стороны, пацаны. Странно очень. Азоник, прием, на связи. Да, мы зону штурмуем, нам там сидит помощь уже. Банзай, автомат у вас нет снайпер на трубе сзади, на севере? Там нет ваших? Город автомата, труба заводская. Азоник, на связи. Нам нужна срочная помощь. Говоришь? У вас в городе Самата есть человек на заводской трубе, это на севере? Да нет вроде. Азоник, чё по танку? Знаешь что-нибудь? Где-то рядом с нами ездит. Вообще со стороны Самата бомбы, чисто. У нас западом ходи, душки нет. Разура будет сразу противотанковая, танковая, этот, ну, пушечная. Да. Там пуш... Танк солдат. Что-то взорвали, мне кажется, танк наш МГС взорвал. На его восток. Там противник есть в этом... Паша, прикрываешь им справа. Там в этом в бункере кто-то есть, нет? Да. ГПшку бы сюда.
меня РПГ, если танк, что-то не слышишь. Жирно как-то РПГ. Вижу танк на востоке, на 65. На востоке от нас танк. Сейчас ставлю точно вид. Слушай, он убежал. Поворачивается пулемет, короче, в этом бункере. Потихонечку поворачивается, потихонечку. Какого именно? Убит. Паша, смотри, что с ним. Почему морда его видна? Да он труп, все он труп. Ну дай грену, ё-моё. Прилипал, кидай эту гранату, но. Больно, это не наша. Возвращаю им. Бросай слева, слева. Слева от нас. Да, да, да. Бью. Что за злой? Базар, привет. Слушай. Я ему в жопу, наверное, лучше бить, да? Так, обнаружил врага на... сейчас... южная... южный бункер? Пожалуйста, страх. Да, внешний южный бункер. Зони, по-моему, куда ты убежал, он туда едет. Куда я убежал? Ну да, с той стороны направления. И еще ФГшка бьет. Ну, 180. Зараза. Золото. Легчайше. Привет.